Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу, как правильно пикировать рассаду огурцов. Ну или правильно будет сказать, переваливать рассаду огурцов. Чем подкормить, чтобы была мощная корневая. Чем вообще подкармливать, чтобы огурцы у нас не желтели, хорошо росли. Ну и у вас была мощная, крепкая рассада огурцов, которая отлично потом приживется в огороде. Мы с вами сеяли огурцы. Вот смотрите, у меня сейчас это домашние огурчики специальные. Видите? А огурцы можно заглублять. Смело это делайте, потому что появляются верховые корни, верхушечные, сверху. Поэтому смело заглубляйте, не бойтесь это делать. У огурцов вообще растет очень мощная, мощная корневая. Поэтому ее обязательно надо усиливать натуральными подкормками. А тут постоянно у меня видео спрашивают, что это за огурцы. Это гибриды. Вот этот маленький гибрид крош, это чуть побольше, это лихач. Все гибриды. Но это для дома, я дома их выращиваю. На дачу у меня уедут совершенно другая рассада. А рассада будет в мае. Итак, для пикировки мы берем стаканчики. Я всегда выращиваю для дачи в стаканчиках на 500 мл. Я всегда их переваливаю именно для того, чтобы увидеть корневую. Заметьте, как растет корневая, чтобы была мощная корневая. Итак, берем литр воды, готовим раствор. И берем 1 чайная ложечка микоризы. Микоризу можно купить в любом садовом магазине. Есть гипермаркет Магнит, есть в фикс прайсе. Стоит вообще эта микориза копейки. Кладете на дно горшочка землю, грунт. Грунт я смешиваю универсальный с торфом нейтральным верховым. Добавляю немного перлита. Вообще грунт должен быть дышащий. Любой делайте, но чтобы он дышал. И огурцы — это такая рассада, которая очень любит подкормки. Если вы не будете подкармливать огурцы, они начнут себя вести, ну так, желтеть листики будут, вытягиваться будут, в общем, ну и не очень зелененькие могут быть. Поэтому подкармливать подкормки я чуть-чуть позже расскажу. Подкормки всегда используйте натуральные. Огурцы любят подкормки, и лучше всего использовать органику. Итак, смотрите, вытаскиваете. Не бойтесь повредить корни. У огурцов очень мощная корневая система, она практически, ее сложно порвать. Она не рвется, как, например, у томатов или перца. Она, я бы сказала, растягивается даже, поэтому она практически не травмируется. И поливайте. Перед тем, как посадить, полили, и после поливайте. Очень хорошо поливайте. Итак, лучшее удобрение, наверное, сегодня натуральное, это биогумус. Вообще, если быть точнее, то огурцы любят навоз. Если он у вас есть, используйте не куриный помет, а именно коровий навоз. Он перегной, навоз, в общем, добавляйте. Можно делать даже навозные грядки потом уже на даче. И огурцы просто как на дрожжах на них растут. Конечно, подкормки они тоже любят. Я уже на даче расскажу об основных, чтобы листики не желтели, чтобы было много огурцов, чтобы огурцов были хорошие, вкусные и не горчили. Итак, если вам понравилось видео, поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока! Всегда с вами Елена.